Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бази. Мы продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry 4. Ух ты, ё-моё. Так, это 49-я часть прохождения этой игры. Ну что, ребят, мы начинаем. Так, отметку убираем. Смотрим на изготовление. Да тут вы сами понимаете, я пока что не могу выполнить задание. Так, рюкзак. Ну да, самое простенькое — это шкура свиньи. Давайте искать. Ну да, вот свинья там находится. Давай сюда, туда отправимся, например. Если не ошибаюсь, это самый первый аванпост. По-моему, да. Отомстим. Так, он тут находится. Помогите! Пейган Мин, засранец недоделанный. Да, мы же все захватили в этой игре. Я возьму арбалет. Свиньи, вы где? Лагерь Магмати. Вот что означает эта синяя область? Объясните мне, пожалуйста. Теперь я понимаю, что это означает. Тщательно исследуйте область. А, все, понял. Базару 0. Какие быстрые. Какой-то быстрый. Где шкура свиньи есть? Еще одна, да? Это вообще кабан. Вы что здесь забыли? Так, чтобы не было такой херни, мне придется сюда отправиться. Не хочу погибать. Поспим. Помогите! Татство! Отомстите! Кровь за кровь! Отомсти! За око. Месть — это плохо.
кабаны, да? Так, это кабаны. Давайте заготовление посмотрим. Шкура кабана. Два. Опа! Есть еще кабаны? Вот. Ага. Мне нужна эта шкура. Я понял вас, короче, ребятишки. Надо кабана сейчас страхнуть. Рыба демона. Нихера себе. Просто разнесу вас в клочья и все. Что тут вообще кабаны делают, я не понял. Потом уничтожим. Ну а теперь давайте изготавливать. Так, изготовление. Здесь изготовить и здесь изготовить, да? Да. Так, рюкзак. Компоненты. Кош рыбы демона. Где рыба демона? Тут вообще такое есть? Их место обитания рыбы демона. Отправлюсь туда. Там побегу поищу. Тут водоем просто. Мне же рыба нужна, правильно? Порыбачим сейчас, что? Я уже здесь некоторых рыбок вижу. Лодка нужна ваша. Эй, вы. Твари. Сюда идите. Вот там рыба. Наверное, не та рыба. Какие же вы идиоты, а? Как убить рыбу демона?
Я должен приготовить инъектор. Понятно. Давайте пока видео остановлю, может так попробую как-нибудь убить. А, я, короче, смотрите, вот двоих убил уже, укокошил. Так. Еще одна рыбка. Залазь, залазь, залазь. Я должен его убить. Молодец. Еще один. Сколько штук? Четыре. Четыре, четыре, четыре. Так, ищем, ждем их. Рыбки. Вижу. Вот такая вот охота у нас. Рыбалка. Такая легкая рыбалка. Вообще столько мяса. Как же быстро все. Вообще обалдеть. Изготовление. Можете носить до 120 предметов. Это, конечно, прикольно. Так, следующее улучшение. Вот тут, кстати, тоже не могу улучшить. Но нужно скоро призрачного медведя найти. Медведя Модекира. Ну ладно, чё. Рюкзак. Давайте отправимся куда? Дом Гейлов. Чем могу там улучшить? Пока ничего. Денег вообще не осталось. Ладно, давайте, ребят, на этом я заканчиваю. 49-ю часть прохождения игры Far Cry 4. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока, в следующей серии будем продолжать.